конечно, преувеличиваю. Но вот еще раз говорю, здесь культура строительства, посмотри, она ну, намного отличается. Вот посмотри на меня. Здесь только ну, беспорядок. Вот. Творческий же он должен быть в пределах разумного. Обратите внимание, еще раз говорю, они ничего лучше сделали, чем было. Но значит, по самому объекту, может быть, кирпич одинаковый, но смотри, как-то все как тут у вас там разбросаны цементные, значит, из-под цемента мешки, они так у вас как-то все вот есть, раз, выбрасывается. Это же потом ветер разлетает, смену убирает. Ну вот имейте в виду, этого здесь нет. Вот, просто собери, приведи в пример своих, скажи, мужики, ну давайте вот, вот так, потребуем. Вы можете это, я знаю. Вот. Поэтому по графику производства работы я вижу, вы соблюдаете свое, теперь качество. Все равно как фундамент заложили, так идет дальше. По инженерке, я так понял, вы выходите в июле, попозже, да? Так? Да, я чуть позже, да. И часть, вот ту часть вот, строительной, где мусор, и где у вас там, говорит, провалы, да, ее нужно тоже к следующей неделе там навести, на той стороне навести порядок. Ну, понятно, если погода не помешает в рамках дождей. И мы сейчас пройдем еще с той стороны, посмотрим, как его отсыпать.